По инициативе городского акимата волонтеры проводят разъяснительную работу среди населения с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В акции принимает участие около 30 человек. По словам специалистов, Казахстан прошел пик заболеваемости COVID-19, однако, как говорят, предупрежден, значит вооружен. Об инфекции ежедневно будут напоминать 30 волонтеров. Эти граждане добровольно будут просвещать население. Волонтеры на остановках людям еще раз напоминают о том, что есть масочный режим, какие правила перевозки пассажиров в автобусах. О том, что надо часто мыть руки, все знают с детства. Вот ношение масок в общественных местах, закрытых помещениях – новая реальность. И граждане стараются придерживаться постановлений санитарных врачей. Я выполняю все санитарные нормы. Ношу маску и обрабатываю руки антисептиком, соблюдая все требования санитарных врачей. Что предписывает медицина, специалисты, то и надо выполнять четко. И без оглядки, как говорится, дышать трудно. Да не, вот я сердечник, да, перенес инфаркт. Но я не снимаю никогда маску, как где надо. Не допустить вторую волну инфекции – одна из задач петропавловских волонтеров, которые ежедневно выходят на улицы города. Всего в акции участвует около 30 человек. Елена Горбай, Нурбул Болгабеков, Адиль Нуржанов, служба новостей.